Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Герцман, и сегодня нам предстоит поговорить о Моцарте. Но обычно, когда произносят эту фамилию, сразу же возникает ассоциация. Вот какой негодяй Сальери, плохой дядя, отравил молодого Моцарта. Значит, сразу же договоримся, что Сальери не травил Моцарта, это уже доказано сотнями публикаций, примеров и так далее. Просто вот был такой литературный факт, маленькая трагедия Пушкина, которая столь впечатлила вообще весь мир цивилизованный, что вот была такая версия. Но теперь наука докопалась до того, что образ Сальери, ну, во всяком случае, высветлился. И потом, я вам скажу, такой аргумент, про который почему-то забывают. Ну, во-первых, у Сальери учился Шуберт, учился не кто-нибудь, сын Моцарта, Ксавер, а учился Бетховен. То есть, позвольте, ну, Бетховен при его еще экспансивном характере, как это, он стал бы учиться у убийцы своего кумира, да никогда в жизни. Поэтому мне ближе, например, версия масонская, ее так называют условно. Вот тут много есть такого, в чем можно поискать, по крайней мере, причины. Ну, во-первых, начнем, собственно говоря, с масонства. Дело в том, что надо знать натуру Моцарта. Он прежде всего, вы знаете, он был как ребенок. Если он вступил в ложу, то его сразу же там захватила вот игра, потому что в масонских ложах огромное значение имеет именно ритуал. Вот. Это человек, который... Моцарт – человек, который... Ну, он не мог бы отказаться от игры ни в коем случае. Вот. Его ложа называлась довольно мудрёно. Так, почти современно звучит. «Коронованной надежде на востоке Вены». Так называлась его ложа. Он уговорил своего старшего друга Гайдна вступить тоже в ложу. У того ложа называлась «К истинному согласию». Еще один из современников его, мы его называем Джон Бах. Это на самом деле Иоганн Кристиан Бах. Он работал в Лондоне и вот вошел в историю как Джон Бах. Он тоже был, у него ложа красиво называлась «Ложа девяти муз». Вот. Мне больше всего нравится вот она, вот это название, и масона такого Руже де Лиля. Руже де Лиль – это знаменитый человек, это человек, который написал, во-первых, гимн революции, который стал гимном Франции. Тан-та-тан-тан-та-тан-тан-та-та-та-та. Ну, я певец еще тот. Что касается Ференца Листа, тоже был масоном. Он был во многих ложах состоял, потому что он ездил по миру и вступал во все эти ложи. Теперь, о ком можно сказать еще? Ян Сибелиус. Это вот просто из известных, кого я знаю и люблю. Но вообще-то говоря, были... Там ведь одно из, как сказать, положений масонства состояло в том, что это прежде всего патриоты своей родины. Ну и во всяком случае у нас в России это Кутузов, а в Англии Черчилль. Вот, пожалуйста, вот основные такие масоны. Вот. И прелесть была в чем? Для Моцарта, вот попробуем встать на его место, он, который такой с его живым темпераментом, с его необыкновенной фантазией. Смотрите, вот, например, вот какая штука. То есть ты, если вступил в ложу, ты имел право на... Мог, это не тайна, что ты так состоишь в такой-то ложе. Но ни в коем случае ты не должен был называть ни одного из тех, кого ты знаешь в этой ложе. Потому что само по себе это как бы тайное общество. Вот. Там было такие три категории. Вообще их две называют даже. Значит, ученик. Дальше второй, ну вот, подмастерье. Это человек, которого уже начинает мыслить как будущего мастера, и вот высшее – это мастер. Вот. Моцарт вступил в эту ложу,
за 7 лет до смерти. Стало быть, ему было 28 лет. Ну, и там ну, много было интересного в этой, вообще в масонстве. Ну, например, у них даже были свои жесты какие-то. И вот даже тот жест, вот, наверное, я и удивлю молодых людей, которые мы делали, вот, знаете, рокетское, а ничего подобного. Вот это вот было против, так сказать, черта, против рогатого. Это было такое очень... Они друг друга тоже узнавали. Это не один жест. Их было немало. Они даже показывали, как-то так вот треугольник они создавали. А треугольник – это тоже цифра 3, это магическая цифра для масонов. И вот в волшебной флейте, кстати сказать, вы увидите вот эта цифра 3, которая проходит через все. Но об этом позже я скажу. И вообще рисунок был их знак, вообще масонство. Если где увидите, точно треугольник, вершины кверху, иногда вершины к низу, и в нем глаз. Вот это был такой масонский знак. Но можно ли себе представить, что Моцарт вот с его живостью, с его любовью к импровизациям, чтобы он не увлекся вот этой всей игрой? Конечно, для него это было... Говорить о том, что вот эта ложа, в которой он был, якобы они там его загубили, в это трудно как раз вериться. Мне больше верится в то, что ложи эти соперничали между собой. А Моцарт в своей волшебной флейте не просто изложил вот эти все истории, которые он узнавал в масонской ложе, а вот где, там они могли соперничать. И вот он высмеял. У меня такое впечатление, что он все-таки высмеял все это, потому что как... Сколько не подходишь вот к этой, к волшебной флейте, все-таки что-то там такое, ну что-то такое там, ну вот, неубедительное, вот что-то такое неправильное. Тут надо самое время назвать еще одну фамилию, собственно, человека, который и втянул его в эту ложу, а он, в свою очередь, Моцарт, втянул, значит, Гайдна. Гайдн, кстати сказать, хоть он и был в масонской ложе, но он, значит, все источники говорят о том, что он, ну, разок пришел, вообще у него были серьезные дела. Ну, человек он был, ну, как, намного старше Моцарта и намного дольше проживший его. Он умер, Гайдн, в 1809 году, вот, а этот в 91-й, Моцарт. Так вот, тот человек, про которого я начал говорить, его фамилия Шиканедер, Эммануэль Шиканедер. Вот с этим человечком они познакомились. Он, надо сказать, что довольно талантливый человек, этот Шиканедер. Шиканедер. Хотя мне, что касается там, вот либретто волшебной флейты, ну, флейты, сразу откровенно скажу, мне не нравится никак. И как, ну, вот есть такое полурусское слово «смотрибельность», в качестве смотрибельности это неинтересно. Я так считаю. Но я чуть позже объясню, в чем дело-то, почему все равно это надо смотреть. Дело в том, что вот этот Эммануэль Шиканедер, он очень талантливый человек сам по себе. Я говорю, мне не нравится то, что он писал, но, друзья мои, вот как не уважать такого человека? Он был всего на 5 лет старше Моцарта, а прожил на 21 год позже, умер на 21 год позже, чем Моцарт. И вот за эти годы он достаточно много прожил по тому времени. Он написал 49 либретто и 50 пьес. Слушайте, 100 сценических произведений, представляете себе? При этом он был еще замечательным певцом. Он ведь на премьере выполнял одну из ролей, пел, танцевал, говорил в этой волшебной флейте. У него была роль Папагена. Мы сейчас вот о нем и поговорим. Итак, мы переходим к самой опере, которую предстоит вам услышать. Если не первый раз, то это тоже хорошо. Это очень хорошо. Потому что Моцарта вообще нельзя один раз слушать. Начинает доходить он так до сердца. Ну, через время все-таки. Да, собственно, как любое великое произведение. Во-первых, это сценическое произведение называется по жанру «Зингспиль».
Зингспиль – это будущее оперетта по форме и будущий мюзикл, безусловно. Он пользовался, вообще, этот жанр пользовался большим успехом. Но согласитесь, оперу, где все время поют непрерывно, довольно-таки трудно слушать, особенно с непривычки. А когда там говорят, вот как в оперете говорят, как в мюзикле говорят, тогда гораздо легче. Поэтому у него, у Шиканедера и Моцарта, это произведение, ну, можно сказать, было обречено на успех, что там говорить. И успех был. К сожалению, Моцарта просто не успел насладиться этим успехом, потому что написал Моцарт ее в 1791 году, а это год его смерти. И там еще одновременно был другой заказ, но мы его не будем сегодня касаться, который называется «Реквием». «Реквием», который не раз звучал со нашей сцены. Вот я не раз о нем рассказывал, я вел этот концерт. Ну и чудные воспоминания, конечно. Но мы говорим сейчас о волшебной флейте. Ну и так. Зингспиль. Значит, переводится это слово как «зинг» – это «петь», и «шпиль» – это «игра». Собственно, просто его переводят как «игра с пением» или «пение с игрой». Вот такая штука. Ну вот, таким образом, значит, мы подходим к самой опере. Рассказать ее сюжет – ну, я и не встречал таких людей, которые мог бы связно рассказать этот сюжет, потому что мотивации героев нет никакой. Это вот так, из головы, вот сказка. Вот почему-то, значит, вот ходит по миру такой юноша, красивый принц Тамина, и вот, значит, вдруг встречает страшного зверя, змея, который, значит, хочет его сожрать. Ну и, значит, три проходит с самого начала. Три женщины, три храма, там три героя, три раба. Вот, и вообще, собственно, я уже говорил с вами про треугольник с глазом внутри. Это вот есть один из главнейших, а может, главный даже символ масонства. Ну вот, и дальше вот связно рассказать это просто очень трудно, да и не нужно. Ну и вы вправе спросить, слушайте, а зачем тогда смотреть-то, если ничего не понятно? Друзья мои, маленькая деталь. Это все, что вы там увидите и услышите, там музыка Моцарта. Это то, за что можно просить все, что угодно. Вот, как бы возвращаясь назад, я скажу, что Моцарт был замечательным членом вот этой ложи масонской. Он немало написал. Там у него есть какое-то траурное шествие для каких-то масонских ритуалов. Ну, наверное, люди умирали, там что-то такое, и надо было провожать. Там есть кантата во славу масонства, что вот оно несет добро и так далее. То есть он был, я считаю, что хорошим. Его, даже если он чуть-чуть насмешничал, но тянуло его к капустнику, как мы говорим, ну вот... к юмору, он был такой, он человек неожиданности был, вот, и он взялся охотно за вот эту самую тему, волшебная флейта. Так вот, главное достоинство, что все, что вы там увидите, будет самым главным, чтобы услышать. Вот для чего мы ставим, она ставится, эта опера, никто ее гениально не может поставить и никогда не поставит, потому что там нет мотивации героев. Ну, то, что мы привыкли вообще в пьесе. Это происходит потому-то, такого нет там. Просто будет почему-то появляется. Потом, смотрите, сами имена героев. Значит, Тамина в результате в конце соединится с любимой девушкой по имени Памина. Значит, Тамина и Памина. Вот попробуйте запомнить. А такой персонаж Папагена, птицелов, баритон, вот которого играл сам Шиканедер на премьере, он найдет свою Папагену. То есть вот, понимаете, все как будто бы находят друг друга, и, в общем-то, когда
думаешь про это либретто, когда читаешь, вот, ну, невольно приходит вот этот образ, высосано из пальца все абсолютно по различным сказкам. Сам-то он там ничего не придумал. Он как-то так вот расположил Шеканедер, так сказать, компилятивно достаточно. Ну, вот такая история. Ну, что еще нужно сказать, что давайте слушать просто будем музыку. Давайте наслаждаться просто тем, что мы, может, не столько увидим, сколько услышим. Вот, что масоны – это вольные каменщики, там мы увидим людей, значит, в комбинезонах с какими-то такими там мастерками, молотками. Там. Ну вот это тоже их символы масонские. И это вольные каменщики, которые вот несут добро. Вот, я уже говорил, что какая-то могла другая противоположная ложа, так сказать, которая претендовала на главность. Такое, конечно, могло быть. Но не будем в это углубляться, потому что самая, вы знаете, такая главная страшная штука, вот, которая мне чаще всего вспоминается, когда Моцарт умирал, ему оставалось уже жить несколько часов, он произнес такую фразу, вот которая меня, я тогда был юным композитором, сейчас я не юный композитор, он сказал замечательные такие слова и страшные. У него текли слезы по лицу, и он сказал: «Получить такой дар от Бога и так и не успеть воспользоваться им». Вот такую он фразу сказал. Так вот это в переводе с немецкого и звучит. То есть он прекрасно понимал, что он гений. Но при этом, посмотрите, как он сам себя-то оценивал. Он знал, такой дар, он говорит, получить от Бога. И это говорит человек, который написал больше 20 опер, а среди них Дон Жуан, до волшебной флейты еще. Дон Жуан, похищение Сераля, изумительная свадьба Фигаро. Ну, это все шедевры. А он считал, что он не успел воспользоваться. Я долго думал над этим и понял вот какую вещь. У него был совсем иной метод сочинения, чем у других композиторов. Я с многими разговаривал, я их знал, очень многих композиторов, с кем учился и позже. Дело в том, что в одном письме к Леопольду, своему отцу, он пишет: «Отец, я сочинил симфонию». Так у него звучит это по-русски: «Я придумал симфонию». Если ты меня спросишь о музыке, он ему пишет дальше Вольфганг. Он говорит: «Я никогда не пишу первую ноту, если не знаю, как будет звучать последняя». То есть в его мозгу произведение рождалось сразу, моментально. Все, он уже знал. Все дело было именно в том, что оно уже, все, оно в нем было. И я вот думаю, что когда Моцарт умирал, у него тоже произошло такое, что вдруг у него возникло такое сочинение, такое произведение, что у него вырвалась вот такая фраза. Он чувствовал, что он уже не успеет. И еще хочу один эпизод рассказать. Это абсолютно подлинный. Сохранились записи человека, который был при этом. Значит, шли репетиции волшебной флейты. И тогда не было дирижера. Моцарт сам, значит, где-то смычком, где-то сидя за клавесином, он жестом показывал, что, когда, кому вступать. Вот. И когда репетиция закончилась, и музыканты стали расходиться, и, в общем-то, разошлись, Моцарт, будучи очень усталым, он откинулся, значит, он там сидел в кресле у клавесина. Он начал импровизировать. В это самое время один из скрипачей припозднился. Ну, может быть, я путаю, не скрипач, скажем, а флейтист он был или кларнетист, но музыкантов точно оркестра. Он, так сказать, припозднился, что-то там собирался и услышал, что Моцарт играет. И Моцарт начал импровизировать. И импровизировал он, судя вот по той дневниковой записи этого музыканта, порядка 40 минут. И музыка, значит, то взмывала к каким-то высотам счастья, то, значит, она падала в бездны отчаяния, трагедии и так далее.
И потом, когда Моцарт закончил вот эту импровизацию, он откинулся на кресле, и музыкант тихонечко подошел к нему, сзади положил ему руки на плечи. Моцарт, видимо, слышал, что он подходит, поэтому он даже и не вздрогнул. Он только чуть-чуть обернулся к этому человеку и сказал: «Ты знаешь», — он назвал его по имени, — «ты, наверное, слышал много импровизаторов. Но то, что ты раньше слышал, это может хоть кто. А вот то, что ты услышал сегодня, может только Моцарт». Он сказал о себе в третьем лице, вот так: «Может только Моцарт». То есть, действительно, это было какая-то... То есть, он ощущал, у него еще был, видимо, в голове еще звучал реквием, который он тоже, конечно, уже придумал, но у него не было сил записать. Вот много кино, пьес там и так далее посвящено Моцарту, особенно вот был прославленный фильм «Амадей». Ну, друзья мои, Милоша Формана, можно посмотреть его, но не верьте, не всему верьте, во всяком случае. А там то, что касается сочинения музыки, там просто даже смешно. Ну, музыканту прям смешно это слушать, там, якобы Сальери, а там какая нота, а тот, и вроде как он там пишет что-то, это исключено совершенно. Вот именно вот такой метод сочинения, так сказать, со слов, дистанционный, я бы сказал. Вот. Ну что, значит, давайте обратимся к нашему спектаклю. Значит, что там, я уже назвал: «Тамина Памина», «Папагена Папагено» и «Папагена». Вот, конечно, «Царица ночи». «Царица ночи», вы понимаете, ведь она как бы злодейка, она там говорит там своей дочери: «Убей Зарастра». Зарастра — это вроде как добрый волшебник, вроде злой волшебник, а он на самом деле как бы добрый. Там много перепутано и не, как сказать, не обосновано. Потому что, что бы там ни написал Шиканедер, Эммануэль Шиканедер, но для нас-то главным критерием является музыка. И когда слушаешь «Арию царицы ночи», хоть Моцарт вроде как изо всех сил хочет показать, какая она злодейка, какая она негодяйка, как она призывает к убийству, а на самом деле это изумительно красивая музыка, которую можно слушать сколько угодно. А уж дуэты вот этих наших «Папагена, Папагена», «Памина, Тамины» – это вообще чудно. Три женщины там, красавицы, которые время от времени появляются, рабы, Монастасос такой, понимаете ли, чернокожий раб, который вообще там домогается царицы ночи. В общем, все это, этого может быть, может не быть. Главное, что есть и останется навсегда с нами, это музыка. Поэтому вдумывайтесь не столько в сюжетные какие-то коллизии, сколько будем слушать музыку, потому что это, когда тут замешан Моцарт, есть самое главное настоящее счастье. Желаю вам хорошего, счастливого просмотра.